С начала года по экспресс-маршруту в Европу отправили 8641 состав. Это на 16% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Такую статистику публикуют китайские железнодорожники. За этот период перевезли 936 тысяч контейнеров с грузами. Здесь рост уже 30%. Наша компания стремится укрепить сотрудничество с железнодорожными ведомствами стран вдоль пояса и пути. Эта работа – мощный импульс для реализации инициативы. Чтобы удовлетворить растущие потребности в грузоперевозках, на маршрут Китай-Европа вывели более мощные локомотивы, увеличили размер и количество составов. В то же время для сохранения внешнеторгового баланса повысили организацию доставки импортных товаров. Сейчас экспрессы Китай-Европа перевозят грузы в 25 стран и 216 городов. Общее число отправленных по маршруту поездов превысило 73 тысячи. Число контейнеров составило почти 7 миллионов.